And the next talk is given by Professor Chebotarev. And the title of the talk is Inverse Problem for a Quasi-Linear Model of Complex Heat Transfer with Internal Thermal Radiation. Okay, please. Okay. Good afternoon, everybody. Many thanks to organizer committee and especially to Professor Bilyshev for his kind invitation to the conference. I am terribly sorry beforehand for my poor English, so I prefer to give the talk in Russian. Can I speak in Russian, Mikhail Ivanovich? Sure, you can, if you prefer. Okay, my presentation in English. Okay. Итак, название доклада «Обратная задача для квазилинейной модели сложного теплообмена с внутренним тепловым излучением». Мои соавторы – профессор Ковтонюк и наша выпускница Екатерина Миколасюк. Интерес к задачам сложного теплообмена, в которых учитывается излучение, конвекция, значит, связано с разными приложениями. Вот здесь так, некоторые картинки, где используются модели, учитывающие тепловое излучение. Еще один важный аспект, где используются модели сложного теплообмена, связан с медицинскими приложениями. Эти приложения, ну вот одно из этих приложений важным, это моделирование параметров внутривенной лазерной абляции. Здесь схема представлена, но в нашей в сегодняшнем докладе будет рассмотрено не вот лечение вен, а значит лечение так называемых кист с помощью теплового и термических эффектов. Ну а теперь к математике. Значит, ну вот здесь маленький примерчик, который говорит, что, конечно, эффекты теплового излучения должны быть учтены. Пример очень простой. Я его постоянно показываю. Кто-то из студентов сделал этот простенький расчет. На первой картинке распределение температуры, полученное, когда учитываются эффекты теплового излучения, а на второй, когда эти эффекты не учитываются. Ну и невооруженным глазом мы видим разность тепловых полей, температурных полей именно. Вот. Здесь представлена схема доклада. Сначала несколько слов будет о диффузионной модели сложного теплообмена. И потом будет ставиться задача обратная для квазилинейной модели, значит, сложного теплообмена. Квазилинейность означает в данном случае, что коэффициент теплопроводности зависит от температуры. Когда я буду рассказывать численные примеры, я поясню, что это значит. После постановки задачи я расскажу о преобразовании задачи и о теоретическом анализе, включающем разрешимость, и будут представлены также условия единственности решения. Ну и численный пример, который как раз сделала Екатерина Митовская. Так, начинается моделирование сложного теплообмена, диффузионное, с того, что рассматривается классическое уравнение переноса излучения, в котором роль источника играет четвертая степень температуры. Вот она, четвертая степень температуры. Здесь А – это интенсивность излучения, Т – большая температура, а П, который входит под знак интеграла, интеграл по сфере единично берется, это фазовая функция. Ну, вообще говоря, интенсивность излучения зависит в данном случае. Ну, тут я время, правда, не указал, временную переменную. Оно зависит от пространственной переменной, временной и от направления
излучения. Когда мы переходим к диффузионной модели, то вот эта вот интенсивность излучения представляется, ну, фактически здесь линейное приближение берется, линейное приближение, и вот эта вот функция фи, вот эта функция фи фактически представляет собой интенсивность излучения, усредненная по всем направлениям, то есть некоторое усреднение функции i. Ну и фазовая функция, так вот почти линейно, билинейно, зависит от направлений излучения. И тогда, после классических преобразований, уже в настоящее время давно классических, мы получаем, я сейчас уже перехожу к квази А, значит, мы получаем так называемую диффузионную модель. Ну вот наша группа сделала ну, такой значительный математический численный анализ этих диффузионных моделей сложного теплообмена. Вот здесь представлены некоторые работы, в которых рассматриваются прямые задачи, включая итерационные алгоритмы. Значит, потом что тут еще? Значит, были рассмотрены также задачи для неоднородных сред. Ну, тут представлены все работы. И здесь выписаны работы, различные экстремальные обратные задачи, задачи оптимального управления и обратные задачи для различных диффузионных моделей. Вот одну из таких задач я рассмотрю в данном докладе. И вот здесь как раз расписана система, значит, дифференциальных уравнений, которую мы изучаем, для которой будем ставить обратную задачу. Первое уравнение – это фактически уравнение теплопроводности, ну вот, с соответствующими слогами. Как раз вот эта четвертая степень здесь, и это и есть внутреннее, вот это слагаемое учитывает внутреннее тепловое излучение. Также оно и вот это слагаемое имеется и в стационарном уравнении для интенсивности излучения фи. Уравнение стационарное для интенсивности излучения фи. Но понятно, что поскольку температура зависит от времени, то и интенсивность излучения также зависит от времени. Краевые условия 3. Ну, первое краевое условие для температуры – это стандартное условие, описывающее закон Ньютона-Рихмана, теплообмен на границе области. И условия третьего рода для интенсивности излучения, здесь будет коэффициент гамма, он как раз зависит от свойств поверхности, границы, свойств границы, значит, ее шероховатости и так далее. Вот. Тета здесь температура, фи интенсивность излучения, а как раз вот некое усложнение модели связано с тем, что кт – это коэффициент теплопроводности, который зависит от температуры. И с помощью этого коэффициента мы будем фактически в численном примере моделировать эффекты конвекции, которые вот здесь как бы так явно, в явном виде не учитываются. Для этой модели, для прямой задачи 1-4, получены нелокальные результаты существования единственности, решение вот этой начальной краевой задачи. И они буквально в конце прошлого года опубликованы в журнале, значит, прикладной и индустриальной математики. Вот. Теперь как ставится обратная задача? Посмотрим на правую часть уравнения 1. Правая часть. Она имеет вот такую форму. Вот. Она имеет такую форму. Как ставится задача? Задача заключается в отыскании вот этих вот функций времени куджитых, зависящих от времени. Ну, а как только мы их найдем, мы, естественно, решим прямую задачу, найдем и температурное поле, и поле интенсивности излучения. Вот. Теперь нужно, понятно, раз эти правая часть неизвестна,
то требуется задать условия 3 определения, и вот они задаются условиями 5. Я прошу прощения, Михаил Владимирович, меня хорошо слышно? Вас хорошо слышно, да? Спасибо. Продолжаю. Вот простенький пример, значит, этой постановки. Вот предположим, что внутри нашей области расчетной имеются какие-то выделенные кусочки омега-1, омега-2, омега-3, ну и так далее, m штук. И в качестве вот их известного пространственного распределения f, да, выбираем характеристическую функцию каждой из этих подобластей. Ну, а забегая вперед, скажу, надо брать не совсем характеристическую функцию, поскольку нам для анализа теоретической задачи потребовалось ее сгладить. Ну, сглаживание характеристической функции задача очень простая. Но, тем не менее, значит, в этом случае в чем заключается задача? Нам нужно найти, значит, коэффициенты Q1, TQ2, T и так далее. Значит, это интенсивности источника, зависящих от времени, по, значит, дополнительной информации, в качестве которой выступает вот это вот эти условия. Фактически задается средняя температура в окрестности источника. Вот это про один из простых примеров. И когда мы численные примеры буду показывать, там будет один источник. Ну и для простоты я сейчас буду рассматривать, значит, задачку, вот, inverse problem, в которой один источник, и мы ищем функцию времени q от t по вот этому интегральному переопределению. Модель та же самая, вот нужно найти этот один источник. Так, вот это постановка обратной задачи с интегральным переопределением. Что будем делать дальше? Значит, я сразу заранее сообщаю, что несмотря на то, что эта задача вроде как выглядит такой классической обратной задачей, но ее удается свести к интегро-дифференциальному уравнению, ну, а в абстрактном виде это будет фактически задача Каши, ну, в каком-то пространстве, значит, Каши в каком-то пространстве, значит, Каши для оператора, для обыкновенного дифференциального уравнения, но с операторными коэффициентами. Итак, преобразование, вот формализация задачи, Работаем традиционно в гильбертовых пространствах. В большое наше основное пространство, это классическое пространство Соболева, куда входят функции, интегрируемые с квадратом вместе с первыми производными. Ну и пространство H, это пространство L2. Делаем классическую гельфандовскую троицу. Пространство H отождествляем с его сопряженным. Просто норма, это будет норма в пространстве L2, в пространстве H. Ну а круглыми скобками обозначаем либо значение функционала из сопряженного пространства в на элементе V из пространства V большое. Либо, если там все из L2, то, значит, это просто скалярное произведение в L2. Красным цветом выделены ограничения на исходные данные. Эти ограничения такие вполне естественные все. Я подчеркну, что тут нет никаких ограничений малости каких-то параметров, либо ограничения, связанных с тем, что область какая-то маленькая. Ну, это обычная ситуация, когда какие-то оценки не получаются, то возникают какие-то ограничения. Малая область, там, маленький интервал времени, либо маленькие какие-то исходные данные. Здесь такого нет. Значит, все ограничения естественные, функции ограничены, которые стоят. Вот эти функции, они отделены, естественно, от нуля. Эти коэффициенты в эллиптических слагаемых отделены от нуля. Поэтому ограничения такие совершенно естественные. И как мы делаем формализацию? Вводятся два оператора. Оператор А1 – это нелинейный оператор, поскольку коэффициент теплопроводности К
Он зависит от температуры. Он состоит из двух слагаемых. Вот это нелинейное слагаемое, но это слагаемое из закона теплообмена на границе. Я подчеркну, что вот это первое слагаемое можно так записать, где функция J, она является монотонно возрастающей. Это важно. И второй оператор А2 – это линейный оператор, просто вот из эллиптической краевой задачи для интенсивности излучения. Также возникают граничные источники, описывая, которые моделируются в данном функциональном подходе FB и значит, вот G функционал. G, вот этот может быть источник как внутренний, так можно и функционал брать какой-то. Так это будет описывать какие-то поверхностные источники, которые вот на каких-то поверхностях. Но это краевое условие на внешней границе. Вот. Если такие операторы вести, то что получится? То получится, что можно обратную задачу, которую мы сформулировали по координатному высшем виде, записать следующим образом. Вот первое уравнение, это дифференциальное уравнение в пространстве, сопряженном в штрих, обыкновенное дифференциальное уравнение, но вот с оператором коэффициентом А1. Значит, начальное условие. Здесь рассматривается функция как функция со значениями, вот температура и интенсивность излучения, они рассматриваются как функция, определенная на временном интервале, но со значением в Гильбертовых пространствах. Со значением в соответствующих Гильбертовых пространствах. Второе – это эллиптическое уравнение, учитывающее краевые условия. Ну, это запись такая, краевой задачи для эллиптического уровня относительно оси. И третье условие, в скобке здесь, в данном случае, это просто интеграл. Интеграл. И вот R от T – заданная функция. Заданная, как бы, ну, в том примере это просто средняя температура в окрестности источника. Вот. Теперь, как действуем дальше? А дальше цель ближайшая – это постараться исключить неизвестную интенсивность источника из этой постановки. Постараться исключить. Как делается? Ну, сначала делаем преобразование некоторой задачи. Каким образом? Вот вводится функция F, это пространственное распределение источника, которое описывает. А вот эта функция сигма, она описывает ну, произведение значит, теплоемкости удельной на плотность среды. То есть функция только от пространственных переменных зависит. И вот вводятся всякие такие как бы другие функции. Для них явные формулы есть. Ну вот некоторые формулы через оператор обратный к оператору А2 плюс B на единицу. На единичный оператор. Это оператор, разрешающий для эллиптического уравнения относительно интенсивности излучения. Вводится также оператор B, вот такая суперпозиция этих операторов. И вводится новый оператор, там все в кучу собрано. Вот первый оператор, это оператор, который моделирует эллиптическое слагаемое возлинейное в уравнении теплопроводности. B, это вот выше написан. И вот дальше такая еще F на вот такое скалярное произведение. И что оказывается? А потом я рассматриваю вот такую задачу. Каши проблем, которая состоит просто вот найти вот это температурное поле. Вот такое так просто как бы записано. Вот это обыкновенное дифференциальное уравнение с оператором коэффициентом А, хотя структура А достаточно такая громоздкая. Ну и начальное условие задается. А функция h, она выписана выше. Туда входит как раз производная r', а r от t, я напомню, что такое r от t, это наша вот эта функция, которая задает переопределение в обратной задаче. Вот. Вот. Значит, вот свели, нет, вот сформулировали такую задачу. Спрашивается, а какое отношение эта обратная задача имеет, в смысле, вот эта задача Каши
имеет к обратной задаче. Оказывается, имеет непосредственное отношение. Справедлив, ну вот я переписал еще эту задачу Паши, справедлив такое утверждение. Значит, это условие, которое на исходное данное. Так вот, функции интенсивность Q, температурное поле, поле излучения является решением обратной задачи тогда и только тогда, когда φ вычисляется, связано с температурой, вот таким образом, но это просто мы выразили из уравнения для интенсивности излучения, а неизвестная интенсивность источника вычисляется через температурное поле вот по этой формуле. Вот такая связь между обратной задачей. Я хочу заметить, что тут уже, когда мы рассматриваем вот эту задачу, значит, Каши, там нету неизвестной интенсивности источника теплового. Так. Дальше, значит, некоторый скетч доказательства, поскольку Михаил Игоревич выделил много времени на доклад, поэтому некоторые успешные доказательства. А тут на самом деле очень просто. А почему? Потому что если, ну, первый шаг это просто интенсивность излучения здесь выражаем через температурное поле. Значит, операция, конечно, получается за счет вот этой степени нелинейная. Поскольку мы построили вот эту f нулевого, связанную с f, так что это единичка, то просто скалярно уравнение теплопроводности умножаем обе части на f0. Ну, скалярно это означает, что мы умножили и проинтегрировали по пространственным переменам. Вот. И там возникает как раз, там, где была производная температура по времени, как раз возникает известная производная от переопределение в штрих. Ну, дальше это дает возможность выразить Q, так как указано. Ну, и потом собрать все, что с температурой в одной части, вот оно здесь, я собираю, и как раз получаю ту самую задачу Каши. И обратно точно так же можно проделать эти выкладки в обратную сторону. Выкладки проделываются в обратную сторону. В конце концов, мы выводим тот факт, что производная вот этого интегрального переопределения равняется в штрих, но я напомню, что была хитрость, что у нас начальная температура согласована с условием переопределения должна быть. Ну и тогда, естественно, мы вытаскиваем полностью эквивалентность наших двух постановок. Так, теперь что касается анализа разрешимости этой самой задачи Каши, а поскольку они эквивалентны, как показано выше, то мы, поскольку они эквивалентны, то доказав разрешимость задачи в этой Каши таким суровым оператором, мы докажем разрешимость обратной задачи. Доказательство, естественно, основано на выводе соответствующих априорных оценок. Там у нас возникал вот такой оператор B, значит, который вот как бы это разрешает уравнение эллиптическое для интенсивности излучения, а потом, наоборот, его еще дифференцируют А2. Ну, в итоге для этого оператора выводятся, в принципе, несложным образом две таких оценки. Они получены в наших предыдущих работах, аналог их. Причем тут возникает естественным образом, значит, пятая степень соответствующих функций. То есть норма в L5 от омега. Ну и в оценки входят оценка из теоремы вложения и оценки вот за счет параметров задачи физических. Причем здесь берется норма В5, весовая норма В5. Используя эти оценки, что мы делаем? Применяем, можно было, видимо, как-то и может по-другому, но вот самый простой путь. Нужно как-то уравнение, вот это, в которое входило раньше
неизвестная интенсивность источника, как-то спроецировать так, чтобы убить это. Значит, поэтому рассматривается ядро этого источника, то есть функции V маленькой из пространства Соболева H1, на которых источник обнуляется. Обнуляется. Тут я написал M, на самом деле у нас один источник, поэтому M здесь равно единичке. Вот, это опечатка. Значит, и строим галеркинские приближения. Причем галеркинские приближения строятся для части температурного поля, которая как раз этому В0 принадлежит. Точнее, даже она будет принадлежать не В0, а значит, конечномерному подпространству этого В0. Так, и при этом что получается? Как раз вот эта вот аппроксимация θm, она удовлетворяет условия переопределения по силу этого построения. Дальше рассматривается система 12, это система галеркинских приближений. Система галеркинских приближений. И для того, чтобы доказать ее разрешимость, нужно получить соответствующие априорные оценки. Получить соответствующие априорные оценки. Так, априорные оценки первые получают достаточно стандартно. Это энергетические оценки. Вот умножается на, значит, соответствующую, значит, функцию. ZM – это часть нашего температурного поля, принадлежащая вот этому ядру функционала F. Вот. Получается вот такая, значит, первая априорная оценка. Я вот эту записал покороче. Где функция ПСИ в правой части – это функция из L2 по времени. И она зависит только от исходных данных. Только от исходных данных. Интегрируя эту функцию, мы выводим, используя неравенство Грунова, мы получаем, тут даже неравенство Грунова можно не использовать, мы получаем следующие оценки, представленные в конце слайда, вот эти оценки, оценка V5 по пространственно-временному цилиндру, оценка нелинейного слагаемого, с которым и нужно возиться, чтобы делать предельный переход. Ну и оценка в пространстве L2 0TV, где V – это наше пространство Соболева H1 от омега. Далее выводится оценка равностепенной непрерывности, которая гарантирует сильную сходимость в пространстве L2, которая гарантирует сильную сходимость этой последовательности в пространстве L2 0TH. Ну и более того, учитывая вот эту вот красную сходимость, мы выводим сильную сходимость в L4 по пространственному временному цилиндру. И сходимость в L4 по пространственному временному цилиндру следует из просто вот этих вот неравенств, которые, ну, фактически здесь неравенство Гёльдера несколько раз применили, так хитро, вот так и получили. В итоге удается с помощью этих априорных оценок совершить предельный переход в системе галеркинских приближений. Ну, правда, мы тут сразу не получаем нашу задачу прошли, поскольку здесь у нас нет никакой интенсивности. Да, у нас она не должна быть, но у нас тестовая функция здесь из ядра функционала моделирующего источника. Вот она. Но, опять же, тут все это делается достаточно классически. Я сюда подставляю вот такую штуку. Там перекидывается соответствующий интеграл, и возникает как раз та самая задача Каши. Возникает вот та самая задача Каши, с которой мы... Вот она, задача Каши, уравнение 11 возникает. И получается, результат выводится, связанный с разрешимостью задачи, включая разрешимость задачи Каши для абстрактного уравнения в гильбертовом пространстве. И она эквивалентна обратной задаче. Что касается единственности решения обратной задачи, тут пока не все так гладко. На сегодняшний момент не все так гладко.
И связано это вот с чем. Для прямой задачи нам удалось преодолеть эту квазилинейность достаточно просто. Здесь так не удается. Здесь вот сформулирована теорема, которая говорит о том, что, если у меня есть вот это звездное решение, Q-звездочка, тета-звездочка, С-звездочка, наша обратная задача, и при этом ее градиент, ограниченная функция оказалась, градиент целый, то тогда нет других решений этой задачи. Вот это такое условие единственности. Я подчеркиваю, что остается надежда на то, что это условие можно будет убрать. Ну, по крайней мере, численное моделирование не показало наличие других решений или какой-то там неустойчивости. Доказательство здесь достаточно классическое. Выписывается уравнение для разности, домножаются на соответствующие разности тоже скалярно. И пользуемся вот классическими неравенствами, которые, кстати, учитывают монотонность рассматриваемой нелинейности вот этого неравенства. Тогда делаются вот всякие оценки. В итоге, что важно? Важно вот что. Чтобы вот эту штуку оценить, как раз и требуется ограниченность градиента решения звездного нашего. Как раз это здесь и потребовалось. Так. Еще один важный момент. В итоге получается вот такое неравенство, где разность, норма разности, вот этот тета здесь не убрал. А, нет, тета здесь по сути дела. Время здесь по сути. Но здесь получается так, что с одной стороны вот норма момента времени t, норма V2 разности двух решений, а в правой части, она же входит под знак интеграла от нуля до t маленького. Но вот эта функция, мы как раз доказали, что она является интегрируемой. Вот у нас есть оценка V5 по пространственно-временному цилиндру. Но за счет того, что она интегрируема, тут сразу из неравенства двойного вытягиваем, что это 0, и тогда какое-то решение θ1 совпадает с этой звездочкой, соответственно, интенсивности излучения совпадают и интенсивности источника. Ну и поэтому получая, вот я еще раз сформулировал обратную задачу рассматриваемого, и объединяя эти две теоремы, получаем, что решение существует. И если одновременно это решение оказалось такое, что градиент ограниченная функция, тогда других решений нет. Это вот был теоретический анализ. И буквально, сейчас некоторые комментарии. Значит, полученный результат носит не локальный характер. Но я напомню, что у нас источник имеет вот такую форму. Здесь она хитрость. Просто так не локальные результаты не получаются для нелинейных задач. А условия переопределения имеют вид вот этот. И тут f от x, и здесь та же самая f от x. Именно вот то, что она та же самая. И, значит, как раз удалось нам сделать нелокальную разрешимость, получить обратное задание. Можно рассмотреть, когда здесь другая весовая функция в условиях переопределения. Но в этом случае, тут либо надо требовать малость времени, либо еще один вариант, чтобы углы в пространстве L2 между функцией G и функцией F в источнике, чтобы угол был маленький. Угол в смысле гильбертовости пространства L2 по области. Вот такое честное замечание, за счет чего удается получить нелокальные результаты по времени. Так, теперь по поводу численного алгоритма. Пользуясь тем, что мы свели задачу обратную, задачи коты для обыкновенного дифференциального уравнения, ну, в гильбертовом пространстве, можно предложить использовать на первом этапе простую явную схему, конечно разностную явную схему по времени.
Вот если ввести операторы, которые вычисляют по температурному полю, вычисляют поле излучения, и по температурному полю и по полю излучения вычисляют неизвестную, ну, как бы интенсивность источника теплового, то вот просто из дифференциального уравнения этого обыкновенного выводится вот такая формулировка красным, здесь указано, как по слоям, начиная с нулевой температуры, она задана, в начальном измерении температуры она задана, и дальше по слоям идут расчеты. По слоям идут расчеты. И вот Екатерина Миколасюк представила нам расчеты на основе данной модели, анализ математический, который я рассказал. Эти расчеты связаны с моделированием лечения кисты. Значительная область в оси симметрической геометрии нарисована ниже. Расстояния здесь указаны в миллиметрах. Эффекты конвекции моделируются, это моделирование является достаточно принятым, оно основано на экспериментальных данных, когда мы используем кусочно-постоянный, ну, сглаженный коэффициент теплопроводности, который зависит от температуры, например, следующим образом. Когда температура в какой-то области достигает 95 градусов или больше, то мы увеличиваем его в 200 раз. Тем самым этим увеличенной теплопроводностью моделируется конвекция. Вот здесь источник, который должен как бы добиться абляции этой кисты, чтобы она там все сварилась, и потом организм сам переработает все, что там плохого есть. Ну вот здесь представлены расчеты прямой задачи в разные моменты времени. Через 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд видно, что идет разогрев. Но, к сожалению, тут температура порядка вот 100 градусов синим. Но это обычно она как бы красная. До красных там до 200 градусов не дошли, слава богу. Но идет разогрев. То есть вот Екатерина посчитала прямую задачу. Потом данная прямой задача усредненная, она взяла вот эту функцию переопределения R от T и по предложенному алгоритму рассчитала интенсивность, как бы неизвестную интенсивность теплового источника. Алгоритм предложенный так уверенно восстановил эту интенсивность. Ну вот здесь график ее на 30 секундах показан. Интенсивности источника. Ну и надо как-то проверить, было как. Вот эту интенсивность нашли численно. Как она, эта интенсивность, если ее загнать в решение прямой задачи, как будет связана вот с этими температурными полями. Вот. И на этом графике показана, значит, связь. Значит, пунктирная линия обозначено температурное поле, которое я демонстрировал в 2D. Вот. А значит, сплошной линией указано то, что это в точках наблюдения. Три графика – это температурные поля в точках наблюдения. Точки наблюдения в области – это вот звездочками отмечены, вот это точки наблюдения были. Вот. Ну и как бы визуально результаты обнадеживающие, поэтому будем продолжать и дальше. Значит, будем продолжать дальше моделировать эти процессы. Ну, авторы выражают признательность не только организаторам конференции и Михаилу Игоревичу, но также Российскому научному фонду. Здесь приведены замечательные слова Поля Дирака. Ну и шутливые слова, что я все жду день, когда я буду на практике использовать дифференциальное уравнение с частными производными в реальной жизни. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Ну, спасибо. Я, по-моему, уложился. Да, в самый раз. Все в порядке. Ну, вопросы, комментарии, questions, remarks, please.
А можно Савельич, что спросить? так? А, а. Да, я хотел Ага. спросить вот по модели просто. Вот там температура в четвертой степени, и как-то написано, температура в кубе умножить на модуль. Ну, значит, чтобы знак, видимо, сохранить, да? Эту хитрость придумали не мы, эту хитрость придумали до нас. Дело в том, что, вообще-то как бы в исходной модели там температура в четвертой степени, да, как ты Да-да. скажешь, излучение черного тела. А когда делаем математический анализ, вот это слагаемое, это, значит, монотонная степенная функция. Поэтому, конечно, с ней работать легче. Но фактически, если у нас граничные данные, например, граничные условия, вот эти функции θB, это температура на внешней границе, здесь она, соответственно, если она ограничена, то источники имеют нужный знак, то мы, естественно, значит, как правило, доказывали раньше, ну и здесь, правда, этого не сделано, что температура является неотрицательной. Ну и поэтому вот это будет излучение черного тела, так или иначе. Ага, ясно, да. Спасибо. Так, еще вопросы? Если можно, еще вопрос вот примерно такой же, как Михаил Игоревич говорил, и предыдущий тоже вопрос. Вот все-таки кубическая нелинейность, она внутри области не может привести blow-up к какому-то росту неожиданному? Да, Сергей Ильич, спасибо за вопрос. Здесь линия четвертой степени. Для А ну четвертой четверть степени. тем более, да. Ну вот, видите, если, вообще говоря, знак так выбран, если знак плохо выбрать, да, тогда, конечно, был бы эффект blow-up. Но и я, как бы, вот, когда мы только начинали еще лет 10 назад заниматься этими моделями, я все надеялся, что где-то будет там blow-up, а я люблю строить алгоритмы стабилизации, вот чтобы там был. Но дело в том, что знак, все-таки физическая модель, она, вот это вот уравнение переноса излучения с тепловым источником, он все-таки подобран нужным образом, знак, и поэтому там эффектов blow-up не возникает. Спасибо. Спасибо. Ну, не возникает, доказано, что его нет, или считаешь, и ничего страшного, как? Итак, вот в этой работе показана нелокальная разрешимая задача для любого конечного временного интервала, Ага, то, что понятно, да. естественно включает значит, глав. Ага, ясно. Ну, Александр Юрьевич, еще раз большое спасибо, но вот все-таки пожелание, Бог даст, не последний раз встречаемся, чтобы все-таки по возможности доклады были на английском языке, о том, иностранных